В этом году Королевский ботанический сад Сиднея отмечает свое 200-летие. В честь юбилея этот зеленый оазис в центре оживленного мегаполиса представил общественности все свои драгоценности, которые нередко скрыты от глаз посетителей. Брэд Саммерелл заведует сотнями исторических видов растений. Они хранятся в обширном архиве сада. Он с гордостью показывает один экземпляр, который был на борту судна капитана Джеймса Кука «Эндевор», когда он наткнулся на большой барьерный риф в 1770 году. Говорит, что коллекция сада проливает свет на состояние австралийских растений-эндемиков. Мы лучше охраняем исчезающие растения, организуем работу национальных парков и оцениваем последствия изменения климата. За два века парк очень преобразился. Неизменно одно – он всегда оставался идеальным местом для пикников. Это прекрасный оазис посреди бетона. Таких зеленых зон нужно побольше. Если мы не защитим сад, то он может исчезнуть. В честь праздника посетителям раздали более 2000 юбилейных кексов. Но главный подарок – новый павильон стоимостью 12 миллионов долларов США. Он включает крупнейшую в южном полушарии внутреннюю стену, которая состоит из 18 тысяч разных растений. На данный момент в ботаническом саду проходит ряд выставок, включая шоколадную экспозицию, которая рассказывает об истории этого сладкого продукта. Особенно она популярна среди детей. Это был шанс поговорить о сохранении джунглей, которые снабжают нас продуктами, которые хранят 8000-летнюю историю шоколада. Парк открыт для посетителей бесплатно круглый год.